Но я не виноват, что у тебя была такая камера. Алексей, ты пропускаешь интервью очень интересно с Тихомировым, если надо было туда подходить. Ну, пардоньте. С камерой. То есть это надо писать, это история, это история. Лев, а ты пропускаешь сначала. А? Ну, а, все. Добрый вечер. Даже у фестиваля бывает конец. Сегодня последний день конкурсной программы, последний фильм «Зимний путь» представляет молодой актер, актер, которого полюбили очень многие по фантастической роли в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». На нашем фестивале у него вторая лента. В фильме «Разносчик» он играл роль второго плана. Встречайте Евгения Пучка. Вот так? Да. Слушайте, ну не громко получается? Нормально. Ну, слышно зато. Да? Ну, я, честно сказать, как-то так в суматохе приехал совсем, даже не понял, что я на фестиваль приехал. Когда приехал на фестиваль, понял, что это фестиваль полный артхаус. И для меня этого как-то вообще с утра сегодня был неким событием. Я понял, что нужно как-то соответствовать. И полный артхаус — это, наверное, что-то выдающееся из артхауса. И не знаю, вот мы с Сережей, Люба, Михаил Кричман вот, пытались снимать кино и оказались вот на этом фестивале полный артхаус, но не снимая при этом артхаус. И я вот, наверное, подумал, как-то, наверное, надо все-таки поддержать, что ну хоть какую-то артхаусную идею воткнуть. Как бы. Ну я вот немного, к сожалению, фильм посмотрел, очень, ну, практически вот предыдущий. И даже, ну, не знаю, что говорить еще. Очень хочу, чтобы вам кино понравилось. И Сережа с Любой мне сказали, прочитай и Моррисона, и все. О. Ой. Продолжение. Вас просто очень холодно по сравнению с Москвой. И тут приходится как бы утепляться. Come on, baby, light my fire. На улицах львы и полчища псов, чумных от жары. Пена каплет с клыков, потому что чудовище заперто в центре города. Он двинул на юг, пересек границу, оставил хаос, болезнь и темницу. Там, за спиной, будто все это снится. Труп своей матери он закопал в летнюю почву, оставил гнить. Покинул город, чтобы забыть. Он проснулся утром в зеленом отеле со странной тварью, хрипящей в постели. Ее кожа сверкала от пота, чешуйки блестели. Зал полон весь. Зал полон весь. Зал полон весь. Ритуал начинается. Всем быть здесь. Спасибо.
Спасибо. Смотрим, смотрим, смотрим. Бьор, Олег Бьор. Нет, очень важно, что вы можете знакомиться. Я вчера говорил, что я